Снова здравствуйте, это вновь грустные счетчики. У меня есть сок. У меня есть сок, я могу попить. Это всегда хорошо. Я сегодня... Обычно я беру... О, боже, там эта штука блоки... Она пробита? Неважно. Да, обычно я беру апельсиновый, либо яблочный, этот. Я подумал, надоело, не могу больше. Я прям даже в руки взял яблочный этот сок и думаю, может не надо, и взял другой. Я взял апельсин-манго. Не думаю, что это будет сильно отличаться от апельсина. Let's peep this out. Давайте проверим. Надо было брать яблочный. Переглянувшись, мы наклоняемся и берем Ханако под руки, помогая ей встать. Ах, конечно, меня бесишь, это правое. Медленно, чтобы не сделать Ханако больно, двигаемся к выходу. Благодаря усилиям Мута на нас почти не обращает внимания. В конце концов, мы добираемся до двери и выходим из класса. Мы не спеша идем по коридору, в котором не видно ни души. Похоже, здесь ей немного лучше, чем в классе. Наконец, я спрашиваю, не хочет ли она присесть. Мы останавливаемся и некоторое время ждем, что она ответит. Шизуна нерешительно касается ее плеча, но та по-прежнему молчит. Боже, отвали отсюда! В конце концов, после повторной попытки Шизуна привлечь ее внимание, Ханако чуть заметно качает головой. Так как мы смотрим на нее, то сразу замечаем это. Это странно. Шизуна перестает ее теребить, когда замечает, как она, будто очнувшись, поднимает взгляд на двух беспокоящихся о ней людей. Она некоторое время молча смотрит на нас. Поначалу напрашивается тревожная мысль, что она сейчас сорвется и устроит переполох, но ничего такого не происходит, а выражение ее лица постепенно меняется с безжизненного на привычное застенчивое. Окей, это что-то. Она молча опускает голову и уклончиво отводит глаза куда-то в сторону. Она выглядит смущенной, почти пристыженной. Я хочу сказать что-то, хоть что-то, чтобы помочь, но не могу. Я просто не понимаю, что именно случилось из-за чего. Я чувствую себя беспомощным, мне обидно, что я ничего не могу поделать. Вот кому должно быть обидно, это вот этой очкастой. Шизуна вздыхает и бросает на меня взгляд. Я понимаю ее просьбу без слов. Или как там называют, четырехглазые. Никогда не нравилось это, так сказать, шутка, оскорбление. Это даже не умно. Четырехглазые. У нее четыре глаза, потому что это вроде как глаза, то... Я отведу Ханако в медкабинет, хорошо? Я пытаюсь объяснить свое намерение с помощью жестов, но не уверен, что мне это удается. Подтверждая мои сомнения, Шизуна в ответ на мои жестикуляции делает мрачное лицо. Она решительно тычет пальцем сначала в меня, затем в Ханако, а потом в сторону лестницы. Ждет, пока я кивну знак согласия, после чего указывает на себя и на дверь нашего класса. У меня такое чувство, что объясняться у Шизуны получается намного лучше, чем у меня. Я согласно киваю, но как ее план, в конце концов, ничем не отличается от моего. Шизуна некоторое время изучающе смотрит на Ханако, потом разворачивается и уходит. Ты не против, если я помогу тебе дойти до медицинского кабинета? От Ханако не следует ни ответа, ни кивка, она просто встает, и когда я начинаю идти, покорно следует за мной. Я читал описание кататонического ступора в книгах, но сейчас мне предоставляется возможность увидеть это собственными глазами. Значит, я слово кататонический могу прочитать, а книгах нет. Окей. Она выглядит крайне усталой. После всего случившегося это и неудивительно. Классный ПК. Этот монитор. Блин, игра сделана в 2012 или 2013, наверное. Поэтому, наверное. Так что непонятно, почему здесь такой монитор древний. Хотя это школа. Так что. Ханако снимает обувь и ложится на... Тем более ей пошки. И ложится на койку. А мы с фельдшером выходим. Он задвигает за нами занавески. Мы присаживаемся, я тихо и внятно объясняю, что же случилось. Я хочу разобраться в произошедшем, и фельдшер может помочь мне в этом лучше, чем кто бы ни было. Кто бы то ни было. Он кивает в такт моим словам, в конце моего рассказа на его лице появляется тревога. Должно быть, увиденное тебя очень беспокоило. Обеспокоило. Боже, я читать сегодня не умею. По-другому и не скажешь. Насколько я понимаю, у нее случился шок, но я не совсем понимаю, из-за чего и почему она себя так повела. Он кивает, но выражение на его лице, скорее задумчивое. Get to the chopper! Put that cookie down! Now! Вы тоже не знаете? Как бы выразить... Окей, и да, и нет. Все сложно. Ты ведь, полагаю, слышал о врачебной тайне и ее значении. Так вот, наш разговор может повлечь ее нарушение. Скажу прямо. Это касается исключительно Икидзавы, меня и её лечащего врача. Я собираюсь возразить, но потом одергиваю себя. Мне совсем не нравятся его слова, но если хорошенько подумать, становится ясно, что он абсолютно прав. Я понимаю. Это хорошо. Я бы и рад тебе помочь, но сейчас Икидзаве меньше всего нужно, чтобы кто-то допытывался о ее прошлом или о ее эмоциях. Что ей действительно нужно, так это человек, который будет рядом. Она нуждается в друге. Ты здорово ей помог уже одним тем, что проводил ее сюда. Судя по твоим словам, вы с друзьями быстро сориентировались в ситуации.
Я бы дал тебе награду, в награду леденец или наклеечку, но я думаю, ты уже вырос из таких вещей. Он усмехается, по-видимому, пытаясь разрядить атмосферу. Смеяться мне как-то не хочется, но ему удается вызвать у меня улыбку. Спасибо. Не возвращайте, если я посижу тут с Ханака. Я видел хентай, который начинался так же. Очень смешно, иди в жопу. Молодец, что предложил. Мне сейчас нужен отдых. Не знаю, мне реально в визуальных новеллах как-то больше простора для шуток и так далее. Не знаю почему. Может, потому что я уже задолбался в Айзека играть. Окей, не в том смысле, что я не получаю удовольствия. Нет, я получаю удовольствие. Просто уже 40 с лишним эпизодов. Это, для меня это много, черт побери. Этим вечером мы отправим ее обратно в общежитие, и тогда ты сможешь ее навестить. Я соглашаюсь с ним. Да, что, прости, еще раз. Ага, сейчас ей нужен отдых. Просто, о, что ей нужно сейчас, это друг рядом, и посылает. Угу. Я соглашаюсь с ним и поднимаюсь. У меня складывается такое ощущение, что каждый раз в разговоре с фельдшером я только и могу, что молча соглашаться с ним, но то же самое касалось врачей. Врачей больницы. Путь до класса занимает много времени, потому что мой мозг перегружен всеми произошедшими событиями. Даже входя в класс, я все продолжаю думать о Ханаке. Размышляя, что же делать со всей этой ситуацией, я чувствую, как начинает крутить живот. Я так и не смог решить, что ей сказать при следующей встрече. К счастью, никто в классе не придает особого значения моему возвращению. Несколько человек бросают любопытные взгляды, но большинство так и не поняли, что же случилось. Мута поднимает брови, чтобы привлечь мое внимание, когда я прохожу мимо его стола. Накай, я так понимаю, Кизава сейчас под присмотром в медкабинете. Я ее туда отвел, и фельдшер сказал, что ей нужен отдых. Мута кивает, давая понять, что я принял верное решение. Он почесывает подбородок и встает из-за стола. Так, класс, продолжайте выполнять задание. Накай предлагаю выйти в коридор поговорить. Он произносит все это чуть тише, но в целом его манера никак не отличается от обычной. Возможно, именно такое поведение от него, как от учителя, и требуется. Выйдя в коридор, я замечаю, что он подглядывает по сторонам, нет ли там слоняющихся учеников. Здесь тихо, но я не могу сейчас ни о чем думать, так что просто жду того, что хочет сказать Мута. Накай, каково по твоему предназначению этой школы? Удовлетворяет нужды учеников. Я ненавижу такие, блин, штампы, когда, знаете, так. Он начинает какой-то разговор, типа, что по-твоему, да, не знаю, что по-твоему значит это... Там, место, это работа, это здание, это всегда так, и типа, и он сейчас такой ответит, нет, это не это значит. Мута чешет затылок, качает головой. Ну, И я терпеть не могу этот штамп, я столько раз его уже слышал. Я подумал, так, как думаешь, зачем ты сражаешься, не знаю, с аутистом, для всех везде аутисты. Зачем ты сражаешься, не знаю, с мемами. Я не знаю, они тупые, не смешные, наверное. Нет, это неправда. Мем-геноцид важен. Я не знаю. Для подобной цели мы бы построили новую школу с нуля, одноэтажную, с электронными досками, повторяющими вслух то, что на них пишут, и всем таким. Оглядись, Накай. Наша цель — обеспечить вам такое будущее, которого вы при обычном режиме обучения оказались бы лишены. Правда? Подумай-ка, стали бы мы прикладывать столько усилий только ради того, чтобы после выпуска вы отправились обратно в больницу. Прямолинейный смут меня поражает, на время заставляет забыть о том, где мы находимся. Нет? Вот именно. Мы хотим, чтобы вы покидали эти стены, став полноправными членами общества. Я не совсем уверен, что до конца прибавлю. Я возлагаю на тебя большие надежды, Накай. Ты вполне вероятно первый из учеников, кто смог понять мои лекции. Мне кажется, учитель не должен признаваться в таких вещах ученику. Ты с легкостью осилишь учебу в университете, то по направлению естественных наук. Задумался когда-нибудь об этом? Не то чтобы. Так какой путь для себя ты хочешь избрать? В смысле жизненный. Не сказать, что я так уж часто задумался о будущей жизни. Тут я вспоминаю, что Лира спрашивал меня о чем-то подобном. Всего 5 месяцев назад я, задыхаясь, лежал на земле. Еще слишком рано задумываться о будущем. Да и проблемы Ханака сейчас для меня кажутся важнее. Мута неодобрительно вздыхает и продолжает. Считай, что тут тебе предоставляются широкие возможности. Здесь весьма благоприятные условия для учебы, хорошие учителя и добавок медицинский персонал. Только о будущем и остается думать. А, ну да. Подняв голову, чтобы встретиться с ним взглядом, я ловлю себя на мысли, что Мута совсем отклонился от одной важной темы. Прошу прощения, но почему никто из сотрудников не обращает внимания на прогулы Ханака? Несколько раз замечал, что вы смотрите, как она встает и уходит. Разве вы не должны были что-нибудь сказать? На самом деле, на Кае все не так-то просто. У каждого здешнего ученика есть свои потребности, иначе мы бы тут не организовывали школу. К примеру, я бы не стал запрещать тебе покидать класс, начни у тебя проблем с дыханием, так ведь? Но это не... Ну ты перебивает меня, не успевая я даже додумать окончание предложения. Такая же ситуация и с Акидзавой, но вместо искусственного дыхания или кардиостимулятора она нуждается по времени и пространстве. Время управлять временем и пространством!
Учителей предупредили об этом с того самого момента, как она прибылась сюда. Так что, когда ей нужно уйти с урока, мы ее отпускаем. Хоть она и не самая одаренная ученица, экзамен она сдает успешно. Так что это никак не влияет на ее способности к учебе. Разве одного этого недостаточно? Я хочу что-нибудь возразить, но не нахожу изъянов в его логике. Хоть поначалу и кажется, что ее проблемы чисто психологические, хуже всего они сказываются именно на ее душевном состоянии. Но я все равно поражаюсь. Разве не получается, что он просто снимает себе ответственность за ее проблемы? Не может же она в самом деле находиться в таком состоянии всю жизнь? Я понимаю, что ты пока еще не привык к подобным вещам. Тебе пришлось пережить большие перемены. Кстати, до конца учебы остается меньше года. Может, тебе и не придется привыкать к этой школе. Учись прилежно, и с экзаменом, я уверен, справишься на отлично. Я механически киваю, скорее показываю, что слушаю, чем соглашаюсь. Чем соглашаюсь, может быть? Кажется, опечатка. Мне доказалось, что я уже прижился в этой школе, и тут такой поворот. Но как же хорошо. Я считаю, ну, надеюсь, что она сумеет выйти на ту стезю, на которую желаю. Куда она ее придет, я не знаю. К сожалению, не все ученики покидают школу с ясным осознанием того, чем хотят заниматься. Он особо подчеркивает «к сожалению», как будто мне до сих пор это не ясно и дает мне время обдумать свои слова. Сегодня у тебя был очень напряженный день, и я сомневаюсь, что ты в состоянии сосредоточиться после всего произошедшего. Поэтому я отпускаю тебя с остальных уроков. У тебя пока что были только положительные оценки, поэтому, думаю, тебе не составит труда наверстать сегодняшний материал. Он сдержанно улыбается, хваля меня, будто бы компенсируя серьезность предыдущей речи. Иди собери вещи, и до завтра. Хорошо, спасибо вам. Пространная речь Муты выбила мои мысли из привычной колеи. Я так и не приблизился к пониманию того, что могу сделать для Ханако, да и сказанные Муты слова не совсем укладываются у меня в голове. Меня также настораживает то, что Шизуна помогала Ханако не в меньшей степени, чем я. Фрёш! Причём наша староста рассматривает Ханако как друга своего врага. Поэтому я не могу точно сказать, что это было, напускная или искренняя забота. Да плевать всем на Шизуны. Собирая наши с Ханако вещи, я продолжаю попытки разобраться в своих чувствах. Не хочу уверить ее, что понимаю ее и буду о ней заботиться. Но если вчера я и мог бы такое произнести, то сегодня уже нет. Хотелось бы. Я ложусь на кровать, пытаясь разобраться в собственных мыслях. После приступа паники, приключившегося с Ханако, я полностью пересмотрел наши отношения и по-новому взглянул на то, что знаю о ней. Да, мне было трудно, пока я 4 месяца лежал в больнице, но от того взгляда на ее шрамы достаточно, чтобы понять. Она пробыла в ней куда дольше. При всем при этом я практически ничего не знаю о ее прошлом. Я так только теперь подумал, 4 месяца в больнице, это говяно. 4 месяца. Вау! Она рассказала, что побывала в пожаре, но только в общих чертах. И что насчет ее родителей? Я по-прежнему не спросил о них Лили, не подвернулся подходящей возможности. Я не знаю, где она росла, в какую школу ходила раньше, с кем дружила, какие были ее желания и стремления, даже не знаю, какую музыку, фильмы и блюда она предпочитает. Все эти мелочи, которые я знал про своих старых друзей. Ну ты знаешь, что она мне нравится шахматы и книги. Вау, это так банально. Шахматы и книги. Чем я вообще занимался, пока проводил время с ней и Лили? Издалека доносится звон колоколов, освещающих на конец уроков. Если повезет, Лили скоро поймет, что ни меня, ни Ханако поблизости нет, и вернется в общежитие. У меня звонит телефон, прерывая поток мыслей, немного меня пугая, поскольку мне редко звонят после перевода в Ямаку. Hello, yes, this is dog. It's me, you deep. Minecraft. Алло, Хисао, Накая слушает. О, Хисао, я рада, что нашла тебя. Я тебя не встретил в школе, поэтому решил, что так с тобой будет быстрее связаться. Я мог бы сразу догадаться, что это Лили. Ведь она одна из немногих, кому я дал свой номер. А сегодня мне кто-то звонил на мобильник? Да, и я ответил, и... Там никого не было. Спуки. Даже по телефону ее голос звучит взволнованно. Мы с Ханак сегодня ушли раньше. У нее случился приступ паники, и... В трубке воцаряется тишина. Если бы не фоновый шум, я бы решил, что Лили нажала отбой. Понятно, не мог бы ты прийти в мою комнату, мне бы хотелось с тобой побеседовать. Конечно, мне бы тоже на самом деле не помешало с кем-то поговорить. Хорошо, замечательно. У меня плохие новости, думаю, надо обсудить это при личной встрече. Еще плохие новости, сколько можно? Потом Лили непонятно, насколько все серьезно. У нее всегда спокойный голос, что может считаться плюсом или же минусом, а с какой стороны посмотреть. Ладно, скоро буду. Я беру школьные принадлежности Ханако и направляюсь в комнату Лили. Я стучу в дверь и вскоре звучит предложение войти. Привет. Лили сидит возле стола. Да, стола. Выглядит несколько расстроенной, полагаю, это связано с плохими вестями. Следуя ее приглашающему жесту, я усаживаюсь напротив нее и выкладываю вещи Ханако на стол. Да что такое?
Думаю, стоит сразу перейти к делу. Давайте начнем с первого, Хисао. Что сегодня произошло? Я уже начинаю забывать детали, но стараюсь объяснить все Лили настолько тщательно, насколько могу. Ханако пригласили поработать в группе, Шизуна с Мишей устроили допрос, выяснилось, что мы выбирались в город, затем внезапно случился приступ паники. Oh, God! Реакцию Шизуна я упоминаю между делом, но Лили, кажется, рада услышать об этом. Полагаю, соперниками не становится без причин. За этим должна крыться какая-то история, но сейчас не время ее выведывать. Понятно, она говорила, что посещение врача ей помогает, но я сомневалась. Какая жалость. У нее раньше возникали подобные проблемы в дне рождения, но я надеялась, что благодаря тебе и более интенсивному лечению дела у нее наладятся. Где сейчас Ханако? Последний раз я ее видел в медицинском кабинете. Полагаю, сейчас она уже в своей комнате. В библиотеке и чайной комнате я ее тоже не нашла, так что соглашусь с тобой. Ты сказал, у тебя тоже какие-то плохие новости. Что случилось? Это касается Ханако? Лили немного ерзает, будто всем видом показывает, что пытается подобрать верные слова. Моя тетя очень тяжело заболела. К сожалению, мне придется улететь в Шотландию, проведать ее и заодно провести время с семьей. В смысле, это грустно. Но потому что теперь с Ханако главный персонаж останется наедине, и он будет за ним ухаживать, и чтобы совершенно... Помнили? Я смотрел хентай, который начинался... Не может быть. С ней все в порядке, когда ты отправляешься. Я пока не уверен в ее нынешнем самочувствии, однако в прошлый раз мне сказали, что она в стабильном состоянии. Вылет в воскресенье, билетов на более ранние рейсы не осталось. Стабильное расшифровывается как необходим стационар. Я находился в стабильном состоянии достаточно долго, чтобы понять, это вовсе не значит, что с человеком все хорошо, просто ему не становится хуже. С другой стороны, стабильно гораздо лучше, чем в критическом состоянии. По крайней мере, она не на грани смерти. О, боже, Ейка. Стабильно, какое облегчение. Да, но это значит, что я не смогу поприсутствовать на дне рождения Ханако. А вот это плохо, кстати. Я хотел рассказать тебе об этом сейчас, чтобы мы могли все обдумать перед тем, как известить Ханако. На свете сегодняшних событий, я думаю, не вызовет особых затруднений, просто отменить вечеринку. Мне кажется, это не лучший выбор. Ханако ведь знает, что мы планировали устроить праздник, и все вот так бросить, мне кажется, неправильно. К тому же мы должны устроить проводы, разве нет? Ты так говоришь, как будто я не вернусь. Если все пройдет хорошо, меня не будет всего неделя, максимум две. Хоть это радует. В таком случае, что бы ты предложил? Учитывая обстоятельства, караоке, думаю, не подойдет. Причина твоего отъезда не из радостных, поэтому слишком веселиться не стоит. Это странно. Что вы организовали в прошлый ее день рождения? В прошлом году я буквальным образом не смогла заставить ее покинуть комнату. Она заперла дверь. Все, что мне оставалось делать, оставить под дверью еду, чтобы она могла как следует кушать. Вот это спуки. Может быть, на день рождения ее произошла эта вся фигня? Может быть, так и говорилось тогда, когда она объясняла про свои проблемы. И я прослушал. Не прочитал, точнее. Это, наверное, самое грустное, что мне доводилось услышать от Лили. Мне очень жаль ее, потому что я представляю, насколько досадно ей было из-за невозможности помочь близкой подруге. Будет устроить праздник до того, как ты уедешь. Не могу не согласиться, что это самый легкий из вариантов. Думаю, надо рассказать, что за трек. Мягко ступая. Думаю, надо рассказать... О, мне не надо это решать, просто moment of decision, может, мне что-то надо решать сейчас, выбирать. Думаю, надо рассказать Ханако о твоей поездке и вечеринке по случаю ее дня рождения. У меня с собой еще и ее вещи со школы. Что-то меня сегодня глючит. Разумно, пойдем навестим ее, хорошая идея. Часть меня до смерти хочет видеть Ханако. До смерти. В последний. Окей, на сегодня хватит. В последний раз, когда я ее видел, она была похожа на ходячий труп. В последующие часы мою душу терзали мысли об этом. Мы тихонько поднимаемся и покидаем комнату Лили. Ханако живет по соседству. Легонько постучав, мы не получаем никакого ответа, но дверь оказывается не запертой. Когда ручка поворачивается, Лили на секунду замирает от неожиданности. В комнате Ханако пусто и уныло. Простые белые стены без украшений, простое синее одеяло и совсем немного книг и журналов на обычных подвесных полках. Даже простыня монотонная. Вся комната такая же невзрачная, какой бы старается казаться Ханако. Это грустно. Ханако, свернувшись, лежит на постели. Она не рыдает, но сдерживает плач, закрыв глаза. На ее покрасневших щеках до сих пор виднеются следы слез. Боясь ее потревожить, я тихо захожу и осторожно опускаю портфель на стол. Здравствуй, Ханако. Хисао рассказал мне, что сегодня случилось. Ты как? Ханако слегка приоткрывает глаза. Со мной все в порядке. Ну ладно, наверняка сказал, дай джоба, будь это аниму. Она немного поворачивает голову, чтобы посмотреть на меня, а я не успеваю за это время убрать с лица сомнения. Прости, что заставил переживать. Со мной сейчас и правда все в порядке. Ни внешний вид, ни голос ее не соответствуют словам, но она, по крайней мере, выглядит спокойнее. Но все равно кажется, что она находится на грани срыва. Разве я не говорил, что тебе не нужно извиняться за это? Хисао прав. Нам мне не следовало скрывать, что мы издеваем праздник, чей не раз...
После этих слов Ханака начинает дрожать. Поняв причину последующей тишины, Лили опускается на колени рядом с подругой. Это я должна извиниться с Ханакой. Ханака открывает свои темные глаза и какое-то время пристально смотрится в лицо Лили. О, боже, зачем? Могли бы картинку оставить, негодно было. Ну, в смысле, лучше, чем вот это выглядит. Лили, должно быть, произвела на нее правильное впечатление, потому что Ханака, опершись, садится на кровати, она беспокоится из-за многих вещей, но лучше всего Ханака не любит быть обузой для других. Почувствовав движение Ханака, Лили, нащупав кровать, садится рядом с ней и берет ее за руку. Чувство, что я лично никогда присутствую при подобных сценах, уменьшилось со времени нашего знакомства, но сейчас я ощущаю его как никогда сильно. Лили, если ты хочешь, чтобы я ушел, я этого не хочу. Мы с Лили одинаково удивлены проявлением решительности со стороны Ханака. В ответ я только невнятно промочу, ладно, я сажусь на стул. Ханака, боюсь, у меня плохие новости. Значит, Лили ей все сейчас расскажет. Она, видимо, решила, что сейчас самое время это сделать, поскольку мы дали Ханака понять, как она нам дорога. По-моему, это достаточно говяный момент, в плане, у нее и так только что большой взрыв задницы был. Так еще сейчас будет... Моя тетя серьезно заболела, поэтому мне на время придется вернуться к семье. Печаль на лице Ханака сменяется беспокойностью. К твоей семье в Шотландию, да? Верно. Охай! Нет, в смысле. Болтмару. Капта Аве Щоджу. Я не знаю, как прочитать японское название. Эй, внезапное вмешательство. Верно, мы с Акира уезжаем в субботу. Так, ты улетаешь? Улетаешь? Я долго всего лишь на неделю-другую. Не успеешь оглянуться, как я вернусь. К тому же Хисава ведь останется здесь, так? Верно, я-то никуда не денусь. Ханака это не слишком утешает, но не дается возвать к таящейся где-то глубоко в душе решимости. С твоей тетей все будет в порядке. Не могу сказать наверняка. Повисает тишина, угнетает, что отличить Ханака от депрессии может только чужое горе. Я решаю поднять еще один вопрос, по которому мы пришли сюда, чтобы развеять мрачную атмосферу, расположившуюся по комнате. Кстати, мы тут подумали, что было бы здорово устроить проводы Лили, которые можно было бы совместить с обрывая себя на полустой, чтобы только не упомянуть про ее день рождения, который пробуждает в ней такие бурные эмоции. Почему он пробуждает? Лили поглаживает Ханака по голове. Как ты на это смотришь, Ханака? Ничего помпезного и шумного устраивать не будем, просто немного посидим у меня в комнате. Я в комнате, значит, только мы втроем. Конечно, только мы. Если хочешь, я могу и Акиру пригласить. Ладно, ты ведь только на неделю уезжаешь. На одну или две. Я обещаю, дольше мое отсутствие не затянется. Хорошо. Обычно люди переживают из-за заболевших родственников их друзей и радуются праздникам, но для Ханака, видимо, эти события одного сорта. Тогда решено. Тебе, похоже, нужен отдых, поэтому пока что мы разойдемся по своим комнатам. Ты знаешь, что если тебе хоть что-нибудь понадобится, ты можешь обратиться ко мне или к Хисао. Голос Лили необычайно задумчив для столь уверенного в себе человека. Я знаю, спасибо вам, Лили, Хисао. Что ж, спокойной ночи, Ханака. Спокойной. Ура! Окей, продолжим в следующий раз. Грустная, конечно, ситуация. Ну, что пойдет? Новое сохранение. Окей. Да. Если вам понравился эпизод... Как вам мог не понравиться такой охренительный эпизод? Ладно, да, завязывать с этой шуткой. Никогда. То поставьте лайк, оставьте комментарий. Подпишитесь на канал, потому что это... Опять я! И подпишитесь! Потому что это помогает продвижению канала. Я увижу вас в следующий раз. До встречи!